В отличие от команд соперников, мы взрослые люди и в Деда Мороза не верим. А верим в человека, который реально может исполнить наше желание. Поэтому мы решили написать письмо Александру Васильевичу Маслякову. На ноутбуке! Ты зачем это сейчас сказал? И так все видят, что... А я для абхазов сказал. Ладно, поехали. Уважаемый Александр Васильевич, на КВН мы с вами практически не общаемся. В жизни тоже не пересекаемся. Мы живем в горах. Вы хорошо. Все, я готов. Давай сначала. Давай. Уважаемый Александр Васильевич. Уважаемый Александр Васильевич. Не повторяй за мной. Хорошо. Так, Александр Васильевич. Раньше, когда я еще не играл в КВН, я думал, что вы другой. Маленький, черно-белый и с помехами. Как только я вас увидел, я сразу понял, что вы самый справедливый человек в мире. Тимур, похоже на грубую лесть. Да? Да. Напиши «извините за грубость». Александр Васильевич, так как из-за вас мы не написали письмо Деду Морозу, поэтому ждем подарков от вас. Мы долго думали, что попросить, но... Ввиду нашей ограниченной фантазии и ваших неограниченных возможностей, мы запутались. И решили попросить праздник. Пусть сегодня будет 4 чемпиона. Тимур, нас в команде 12. Пусть сегодня будет 12 чемпионов. Напиши. Мы сначала хотели написать письмо на абхазском языке. А на каком надо? На русском надо, на русском. Ты вообще соображаешь или нет? Что ты на меня кричишь, слушай? И вообще, зачем я должен писать это письмо? Ну как, слушай, у тебя же самый красивый почерк в Абхазии. Знаешь на что, Давид? Давай сначала. Давай. Уважаемый Александр Васильевич, у меня к вам маленькая просьба. Если вы случайно, вдруг, где-нибудь встретите черненькую из Виагры, скажите ей 8-926-151-24-05. Меня бы она спросила зачем, а вас побоится. Тимур, ну ты же женатый. Ты видел эту черненькую? Меня даже жена поймет, ты понимаешь? Александр Васильевич, в первую очередь хочется поздравить вас с наступающим Новым годом. Ну что может пожелать обычный долгожитель телевизионному? Конечно же, счастье. Счастье подчеркни. Ручка есть? Да. Дальше. Желаю Маслякову-старшему, чтобы Масляков-младший стал Масляковым-средним. Обычно в Новый год принято дарить подарки.
Что подаришь человеку, которому завидуешь? Не говори. Поэтому мы решили подарить вам стихотворение, которое мы написали вместе с вами. Только я писал его вчера, а вы весь сезон сами того не подозревая. Я хочу со своим кумиром пару строк в Новый год чиркнуть. Если и не замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, то слегка на него намекнуть. Я надеюсь, оценят не слабо наше совместное стихотворение. Это не намек, но как бы информация к размышлению. А на банкете случится чудо. Выпить, покушать приедут судьи. Не обязательно, что они будут, но не факт, что их не будет. А после игры возьмем вино. И, ну или кому что нравится. И если уж надо будет, у меня есть кое-что, если уж это понадобится. А от всего КВНа мы хотим пожелать... Может быть, не мы, а я? Про Новый год не забудьте сказать. С наступающим вас, дорогие друзья!